Весь рабочий цикл двигателя происходит за 4 такта или 2 оборота коленчатого вала двигателя. Такие двигатели называются 4-тактные, однако существуют и 2-тактные двигатели. Паровой двигатель. Паровой двигатель – это тепловой двигатель внешнего сгорания, преобразующий энергию водяного пара в механическую работу возвратно-поступательного движения поршня, а затем во вращательное движение вала. В более широком смысле паровой двигатель – это любой двигатель внешнего сгорания, который преобразовывает энергию пара в механическую работу. Давайте рассмотрим принцип действия простейшего электродвигателя. При замыкании цепи возникает напряжение на щетках двигателя, в результате чего под действием электромагнитной индукции ротор начинает вращение. Сначала заряд поступает в распределитель, который вы можете с легкостью найти под капотом большинства легковых автомобилей. В центр распределителя подключен один провод, а из него выходят 4, 6 или 8 других проводов, в зависимости от количества цилиндров двигателя.